Когда этим красивым мальчикам и девочкам, которые учились 3 месяца, дали зарплату, я не знаю, сколько, 10 тысяч или сколько у них там, а опера, следаки, все остальные работники получают 3 тысячи, а эти опера проработали в этой полиции десятки лет, они этих полицейских красивых просто съедят. Очень мало времени, да, реклам нас очень быстро. Андрей и затем выводим. Олег, вы знаете, я вот тут среди всех дискуссий хочу просто... Для наших телеглядачів, сьогодні чи завтра, 2 липня, не день реформи, не річниця реформи Національної поліції, а лише старт у Києві, запуск патрульної поліції. Потім було у Львові, потім у Харкові, у Одесі і так далі. Але це є лише частина, це є лише патрульна поліція, до якої дійсно з 6-7% зросла довіра більше ніж на 50%. Давайте беремо соціологію і поліцію. Давайте я другого. Коли? Це лише перший етап. Другим етапом буде реформування системи дільничних, які зараз будуть отримувати 10 десь в середньому тисяч гривень. Посмотрите на характер преступності і уровень преступлення. І наступним, чекайте, будь ласка, і наступним елементом буде набір нових поліцейських. Обалдеть, і хороші машини. В нове слідство, в новий опірпідрозділ і так далі. 30 секунд. Тому це тільки... Ми можемо... Ви продовжуйте слово в следующий час. Ми так можемо... Дайте слово Андрею. Ми так можемо... Ми так можемо... Главный вопрос. 2 года, если в начале полиция была понятна, ускоренная реформа, фасад, сейчас вообще фасад, потому что следственная функция, участковая, да патрульные полицейские, они не выполняют следствие. Я просил говорить, который выглядит оказаться не Савченко. У меня простой вопрос. У этой ситуации, 2-летней имитации, есть заказчик? Можна? Повиситься ли уровень организованной преступности слияния с госаппаратом? Можна? Решены ли вопросы Янтарной республики? Решены ли вопросы? Да, ну давайте, потому что проблема не в этом, Андрей. Потому что надо, когда вы проводите реформы, надо понимать, что вы хотите. Послушай, подождите, что вы хотите с реформой? Все, о чем говорите, даже эксперты